Ай-яй-яй, отлично, ребята, мы только что уничтожили огромного. Отлично, вы просто супер, вы только посмотрите, сколько нам осталось добра от него. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в игру Warmite.io, ребятки, или простым языком червячки. Ну что ж, поехали, ребят. Так, давайте выберем, давайте голубенького возьмем, вот этого чувачка. Все, теперь мы будем крутыми чувачками. Все, ребятки, посмотрите, как много у нас есть вкуснятины. Вы просто посмотрите, ребятки, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же это вкусно, вы просто не можете себе представить. Это просто вкуснятина из вкуснятин, ребят. Так, ням-ням-ням-ням-ням. О, аккуратно надо, потому что там другие, ребятки, червячки уже ползают, и они просто-напросто могут меня сожрать. А я же не хочу, ребятки. Так-так-так-так-так-так. Опа, монеточка, отлично. Ого, какие большие. Какие большие тут червяки, ребяточки, ползают. Вы это видели? Они уже, наверное, наелись конфет. И гоняют, ребят. А, можно ускорение. Вот у меня тоже ускорение есть, ребятки. Давайте. Ага, все, он теперь... Он хочет запутать, он запутает, ребята. Он запутает сейчас. Ого! Посмотрите, сколько еды! Ням-ням-ням-ням-ням! Убили червя огромного. Вот это да, вот это круто! Вы только посмотрите, ням-ням-ням! Вот это да, как я становлюсь огромным, ребята! Посмотрите, сколько я ем! И тут еще один, отлично, еще один, ребята! Вот это да, вот это здесь еды, реально. Вот это круто, ребятки. Вот это я такой уже большой. Вот это да, ребятки. Так, а как вот этого? Давайте, может, его убьем? Нет? Нет, не хочу. Не хочу, потому что он меня... Он намного умнее, и он, я уверен, что он меня просто-напросто сам может съесть. И тогда я уже, так сказать, останусь в одном месте, ребяточки, и не смогу проходить. Так, ну что ж, ребятки, червячок у нас вполне-таки довольно-таки большой. Теперь самое главное, ребят, это его сохранить. Не дать никакой малышне, чтобы она меня съела. И тем самым я растерял, ребятки, все вот эти подарки, которые собирал. И, в общем-то, начать заново. Так, да, надо самое главное этого не допустить. А, о, смотрите, какая вкуснятина. Кто-то оставил тоже. А вот кто-то большой. Ой-ой-ой-ой. Посмотрите, там червячок вот этот маленький. Он может нас тоже уничтожить. О, вот большой, ребяточки. Вот. Ай-яй-яй. Отлично, ребята. Мы только что уничтожили огромного. Отлично. Вы просто супер. Вы только посмотрите, сколько нам осталось добра от него. Он уже был такой огромный. И мы его просто-напросто съели, ребятки. Вот это да. Вот это круто. Так, аккуратнее надо быть, потому что здесь червяки... Которые намного больше, которые просто-напросто... Вау, ребята! Червяк огромный врезался в нас. Посмотрите, мы опять набираем, набираем, набираем. Вот это мы огромные. Набираем сил, ребяточки. Вы только гляньте, что здесь у нас. Вы только посмотрите. Вот это да. Я и не думал, что можно настолько вырасти таким огромным. Таким таких масштабов. Просто, я же, наверное, длинный, ребятки, мне же не видно-то, я полностью себя-то не вижу, а я, на самом деле, наверное, очень-очень большой. Так, ну что ж, ребят, неплохо довольно, довольно-таки неплохо, мы в этом уровне показываем себя отлично, я вам хочу сказать. Самое главное, ребятки, это не запутаться и не врезаться в другого червя, который нас хочет сожрать, это самое, пожалуй, такое правило. Вот тут вот, я не знаю, как-то нам надо пройти аккуратно. Я не знаю, как мы это будем делать, ребятки, но мы сейчас врежемся. По-любому не успею пройти я. Я врезаться могу, ребята. Нет, нет, я врезался, ребятки, я все потерял. Куда это годится, ребятки? Я все растерял. Да что это такое? Так, ну что ж, ребятки, давайте погнали заново попробуем. Только давайте возьмем другого цвета. Давайте возьмем вот такого вот. Вот такого вот давайте возьмем. А чё я вот такой вот? Взял же другого, оказался голубой молнией. Ну ладно, ничего, будем таким играть.
Так, ребятки, ну что ж, мы видели только что, насколько я был огромен, насколько я, ребятки, вырос. И нам пришлось, ребятки, столкнуться с неизбежностью, столкнуться, ребятки, с огромным червем, с которым мы, собственно, уже не могли никак состязаться и просто-напросто, ребяточки, проиграли. Так, ну что ж, ничего, мы сейчас, я думаю, добьемся не хужих успехов, чем в прошлый раз, и будет все круто у нас. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Я еще слишком маленький и не хочу попадать в различные препятствия, различные преграды, где мне будут указывать, что делать и как это делать, ребята. Давай, 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 отлично, отлично, отлично. Так, 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 вот, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот, отлично, ребятки, всю эту вкуснятину мы заберем. Что только что было у червя у нас. Так, отлично. Мам-ням-ням-ням, как же вкусно, ребятки. Но мне надо искать, ребяточки, червей, для того, чтобы их можно было кушать. Где черви-то? Ребяточки, вы где? Где черви-то большие? Мне они так нужны, ребяточки. Я хочу кушать, пожалуйста, дайте мне много-много еды и много-много червяков огромных. Я их просто-напросто всех съем, ребяточки. Так, давайте, вот у нас есть ускорение. Давайте ускорение попробуем. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Опа, опять бутылечек, отлично. Он даст нам, ребяточки, немножко вырасти. Монеточка есть у нас. Ого! Ого, как бегает быстро. Он просто-напросто хотел нас сожрать. Но мы же не дадим ему, ребятки, чтобы он нас съел, верно? Так что мы с вами, ребяточки, пойдем по другому пути. Отлично, ребяточки, мы только что одного съели червячка. Едем дальше. Ну что ж, ребяточки, мы довольно-таки уже длинные, посмотрите. Осталось нам, ребяточки, расти в ширину. Ого, какой огромный червь, ребята. Это что-то. Вы только посмотрите. Все, ребят. О, ребята, он погиб. Вы только посмотрите. Он погиб, ребята. И что сделать? У него кто-то только что, ребяточки, убил, вы представляете? И мне приходится... И мне приходится, ребятки, как-то выпутывать. Ой, посмотрите, какой я длинный. Это все мой хвост, ребят. А, нет. Ай, это чужой, одинаковый, ребятки, одинаковый цветом. Я думал, это я отрезался чужого. И оказалось, что я попросту, ребяточки, проиграл. Как такое может быть? Ребята, как такое могло быть? Ну, это просто капец. Так, давайте возьмем какого-то... Чего? Давайте зелененького возьмем. Все, теперь, я думаю, мы путаться с вами не будем. Так, ну что ж, давайте, ребяточки, погнали. Вот это да! Я бы, ребяточки, не проиграл, если бы я совершенно случайно не перепутал. Я немножко перепутал и, оказывается, был немножко неправ. Ой, чуть не врезался в своего кореша такого же одинакового. Так, ребят, довольно мало как-то этих. О, удлинитель взял, отлично. Мало еды. Надо, чтобы съесть червя какого-то мне срочно. Отлично, ребяточки. Просто супер. Так, ну что ж, а кого вот... О, отлично, ребят, мы взяли удлинитель. Теперь мы... Длинные. Так, ну что ж, давайте кого-то, наверное, будем уже искать, чтобы съесть. Сколько можно-то гулять? Вау, ребята, вау! Ой-ой-ой-ой, ребяточки, и в меня врезался тоже кто-то. Вы это видели? Какая вкуснятина, ребятки! Вот это да, вот это вкуснятина для меня здесь. Вот это да, вот, ребятки, опять вышли на новый уровень. И здесь мы с вами будем теперь вкусную еду кушать. Вот это круто. Так, нужно быть более аккуратным. Посмотрите, здесь огромные змеи ползают, огромные червяки, которые хотят нас 100% заманить и съесть. Видите, как они здесь крутятся, ребятки? Так, что у нас здесь? Ага, нам сейчас здесь могут перекрыть кислород. Вполне могут. Но если мы быстрее будем, то, я думаю, мы прорвемся. Ребятки, прорвемся или нет? Как вы думаете? Давай, давай, да, отлично. Ребятки, прошли.
прошли, но нас здесь могут задушить, задавят сейчас, нас задавят. Разве такое может быть, ребят? Или прорвемся? Ребяточки, мы все-таки прорвались. Вы все-таки прорвались, ребята. Вы представляете, мы прошли в таком узком туннеле, только что между червями. Вы просто не можете себе представить. Посмотрите сбоку, какой огромный червь ползет, ребятки, со звездочками. Он просто огромнейший, ребят. Он просто один из самых больших червей в мире. Вот он, ребяточки, вот он ползет. Я даже не успеваю, ребяточки, за ним гнаться. Ой-ой-ой-ой, здесь, ребяточки, меня сейчас съедят. Ага, понял, понял, понял. Возвращаемся назад. Вау, ребята! Чуть нас... Ой, а что же делать? Все, вот его хвост. Настолько, что чуть не съела. Вау, а это еще что такое? Откуда ты взялся-то, а, на мою голову? А ну, уходи отсюда, вам молния, червяк, я тебя съем. О, ребятки, посмотрите, какой я длинный. Я довольно-таки уже длинный очень. И мне приходится как-то потихонечку выживать в этом мире. Ребятки, а это огромный, длинный червь, посмотрите. Один и второй, просто они длиннючие. Ой-ой-ой-ой, ребята, чувствую, чувствую здесь... Немножко не то, я сделал то, что хотел. Возвращаемся назад. Возвращаемся назад, ребяточки. Так, где же конец этого червя? Что ж такое-то? Посмотрите, какой он длинный. Он ползает и ползает, ребятки. Надо голову его найти для того, чтобы его обрезать. Или это хвост его? Я даже не знаю, что это. Давайте будем вот так вот следовать этому маршруту и посмотрим, что здесь. Отлично, ребятки, его уничтожили. Отлично, ребятки, теперь мы все добро соберем. Ням-ням-ням. Вот это да, теперь какие мы большие, вы только посмотрите. Все, ребят, теперь мы ничем не отстаем от других червей огромных. Вот это да, ребят, вот это мы довольно-таки большие. Вот это круто. Так, о, вот остались какие-то примочки от старых вещей. Так, 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 так. Ну что ж, идем пока вот так вот, а там посмотрим. О, ребят, мы, наверное, вот этого возьмем в свои лапы и сейчас съедим, посмотрите. Вау, вон все бегут на этого. Все съедят сейчас этого чувака. Ребятки, посмотрите, сколько здесь еды. Ням-ням-ням-ням-ням. Ребят, я чуть не врезался в синего. Синий реально может, ребяточки, запутать. Надо быть более аккуратными, более... Ой-ой-ой, вот аж синего, где хвосты. Видите, я могу в любой момент врезаться вот в этого. И все, ребяточки, и мне хана. Вот это да, уже негде ползать, ребят, вы представляете? Уже негде просто-напросто ползать. А, нет-нет-нет, там много сильно червей. А я здесь пройду или нет? Между этими двумя. Они меня не задавят? Ой-ой-ой, ребята, отлично. Его съели, и мы собираем его добро. Все, все нажитое непосильным трудом его добро. Мы съели вот это. Мы огроменные, ребяточки. Посмотрите, сколько мы еды с вами собираем. Мы просто-напросто, ребяточки, огромные уже с вами. Вот это да, ребята, мы просто огромные, как и все остальные черви здесь. Да этот худышка длинный, куда ползет, а, синий с белым? Его же там съедят сейчас. Вау, посмотрите, ням-ням-ням-ням-ням, еще забираем. Ого, ребята, вот это у нас будет в натуре. Вот это да, вы только посмотрите, сколько еды мы с вами, ребяточки, съели. Там тысячи просто тонны огромные тортов и разного другого, ребятки, вкуснятин разных других, которые вообще встречаются на этом пути. Но разве это не круто, ребят? Скажите, а? Так, ребятки, здесь граница, я так понял, дальше ползать нельзя. Ну что ж, будем возвращаться назад. Посмотрите, какой я длинный. Это же мой хвост, ребята. Да
Это же все мой хвост, ребятки, такой большой. Вот это я такая длинная, ребятки, червь такой длинный этот. Так, отлично. Ого, ребят, и вот это у меня хвост. Посмотрите. До сих пор не знаю, где конец и край моего хвоста. Так, пошли, а вот уж, представляете? Ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет. Меня здесь съедят сейчас. Возвращаемся сюда. Так, 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 теперь вниз. Ой-ой-ой, посмотрите, какой красивый. Он хотел меня съесть. Нет, нет, я не поддамся. Какой красивый червяк, вы видели? Красотища-то какая, ребята. Красивый червяк. Но мы его все-таки не съели. Не съели. Так, это не я зеленый, это уже другой там зеленый. Стоит это отметить, чтобы в него не врезаться. Ну, я так понял, здесь мне уже будет хана, если я проскочу тут. Надо возвращаться, ребят. Или меня кто-то сейчас заманить может в ловушку. Отлично, ребятки, отлично. Куда я? Нет, 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 ребяточки, я врезался и растерял столько добра, которое я нажил за все время. Ребятки, такого просто не может быть, да что ж такое. Так, ну ничего ж, ребятки, продолжим в следующий раз. Я думаю, мы на таких ошибок уже делать не будем. Ну что ж, ребятки, прикольно, мы сегодня играли в Wormate.io. Эта игрушка очень похожа на Слизарио, только здесь собирают не сферы, а вкуснятину. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Пока-пока!